Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Вот сегодня хочу показать вам свои растишки на 1 марта. Это вот мои пеларгонии. Это у меня плющелистная. Это вот пеларгония зональная. Вот так они уже у меня подросли. Совсем недавно мы их высевали с вами. Здесь у меня уже сельдерей колосится. Ему так нравится в этой закруточке. Прямо вообще красота. Посмотрите. А ведь совсем недавно я его посадила. А вот этот сельдерей вот еще посеяла недавно. И уже, посмотрите, выскочил. Вообще красота. Алабелия. Посмотрите, как ей тут нравится. Никакого падежа нет. В отличие от коробочек, очень нравится. Вот. Еще сделаю несколько закруток таких лабелей, потому что в ящичке мне абсолютно некуда ставить. Да и в общем-то мне в них не нравится. Вот это лабели, которые вот в этих коробочках. Вот здесь больше падеж, поэтому мне не нравится. Зря я это сделала, что посеяла в эти коробочки. Ну что делать? Теперь уже не пересеять. Вот. Здесь, значит, у нас идет, опять же, я вам говорила, здесь мои вот дельфиниумы. Вот они. Вот такие. Это вот те семена немецкие. Они уже подросли, но они еще маленькие. Вот. А здесь вот семена так и не проклюнулись. Старые были семена, но я думаю, что они вот начинают проклевываться. Вот. Думаю, все будет в порядке. Вот уже вылазит еще. И еще вот здесь вот. Вот маленький. Думаю, все будет хорошо. И скоро они подрастут, и я их распикирую в улитке тоже. Вот, посмотрите, вот здесь мои помидорчики, какие они хорошенькие. Я уже их буду пересаживать в земельку. В земельку тоже все буду сеять в улитку. Посмотрите, а это артишок. Вы знаете, так от него пахнет, так вкусненько, прямо вообще. Вот такая красота. Вот такой отчет. Вот вы знаете, пахнет прямо весной. Вот честно, вот сейчас только потрогала. Такой он ароматный. Вот. Вот такие вот растишки на сегодняшний момент. Это я вам очень быстренько показала. Очень много работы. Меня порадовал вот этот вот пушистик сельдерей. Быстро он очень зашел и себя чувствует в этих мешках темных замечательно. И вот это вот опять же порадовало меня лобилие. Еще раз буду делать такую закрутку. Даже несколько. Подкупила еще больше сортов и буду сажать. Дорогие друзья, на этом заканчиваю это короткое видео. Всем пока-пока, задавайте вопросы, сейте, продолжаем посадочный сезон.